Всем привет! Ходила по своим всяким делишкам. Сегодня встала рано. Это так немного для меня необычно, потому что у меня отпуск, а я встаю рано, это вообще нечто. Обычно я встаю позже. Сегодня мы пойдем куда-нибудь в интересное место вечером. Захотелось ходить, развеяться. Природа так расцвела красиво, пока меня не было. Сирень растет. Я вот все время путаю, сирень растет осенью или весной. По моим подсчетам, она и весной, и осенью растет. Потому что я помню, что осенью тоже была сирень. Или я ошибаюсь? Ну вот сейчас есть, значит весной точно растет. А вы тоже в детстве собирали сирень и находили 5 лепестков, загадывали желание и кушали ее? Я так до сих пор делаю. Бывает не 5, а 6 или 7 лепестков на одном цветке. Сейчас за мной кое-кто приедет. Я ей подготовила подарок. Она сказала выходить, я вышла. И где она? Ее нет. Так всегда. Накрасишь губы и волосы прилипают. Я одела кепку на случай, если будет дождь. Ну, мне кажется, его не будет. Хотя, кто его знает. Вы видели вот такой Kinder Bueno? Это у них в Эмиратах продается. Я у нас такой не видела, у нас только черный видела. Этот белый шоколад. Хай. Здесь там машина. Да, видели ее чухлы? ГК. Чухлы, ладно, ерунда, у тебя крутой этот фотик. Да, фотик крутой. Я знаю, не снимай меня на идеальный фотик. Да я тоже на нем такой страшный. Че это тут с сумарями? Мы приехали за накладными волосами. Ей нужны накладные волосы. На этот фотосессию к свадьбе. Свадьбе. Нет, я стою возле него. Да. На Доне Катаптар написано. Да, Катаптар вот на Доне самом написано. И внизу там книги про Джан Мазин, неурочная. Это после наркоза. Женщины так долго объясняют. Она нас не идет? Она сказала, что нас сюда отправили человека, кажется. Что-то я не поняла, зачем. Где у тебя очки? Потому что ужасные. Солнце не светит. Ты снимаешь? Не снимай! Надоела, Жанна. Карина заказала волосы у каких-то подозрительных людей. Теперь для нас каждый прохожий с пакетом. Это точно у него в пакете волосы, он идет к нам. Но все мимо нас проходят. Не знаю, не знаю. Где эта женщина, мистер Колор? Мне надо делать. Да тебя не видно. Твои недостатки. Она слишком идеальная. Возможно. Я себя жирной чувствую. Моя камера слишком идеальна. Теперь она не снимается в моих фото. Бачит, я сказала. Уже ела. Это она? Нет. Что она без голоса? Ребенком играть. Теперь нам надо идти до берегового. Хорошо. Хорошо, ладно, сейчас. Хорошо, ладно. Седьмая квартира. Так, ладно, сейчас мы дойдем, если что, позвоню. Что говорит? Там наш дом. Наш дом? Да, мы идем сейчас на белую остановку, а там наш дом. Сейчас дойдем в их дом, их волосы будем подбирать мне. В белой доме. Уродливой женщине, потому что у тебя слишком идеальная камера. Хватит ли снимать? Русский речь всех покинул. Представляешь, как она разговаривает? Я чуть не знаю. Куда она меня заманила? 59В. Она сказала один этаж. Это типа первый этаж. Я уже понимаю, ее. Один подъезд,
Это первый подъезд. И один этаж. Так уверенно идет. Это нуждается в моем attention. Кто звонит? Алло? Или нет? Вот это. Вообще мне вот такие хватит, наверное. Нет же, для одной прически вот такое хватит одно? Это же на... Конечно. Куда еще? Больше же не клеит? Нет, нет. Вместе. А, нет, вот короткие. Может, позвонить мне ей, спросить? Нет, вот эти, мне кажется, подходят. Ну, подходят и да, но то, что они поштучные или не... Взяли мы волосы. Немного так в шоке. Карина говорит, это как в российских фильмах, да, общага? Я говорю, почему в российских? Там кричат, Людка. Людка наливает. Да, это мальчики со школы идут. В какую школу? Они в садик ходят. Какой садик? В школу. Нужна вагоновая котлета. Они школьники или ну, садик? Ну, да, значит, это маленькие школьники. Малявки. А что, мы туда пешком можем сходить? Мы с тобой гадали, да? А, кто из людей с пакетами был с волосами? Оказалось, никто из нас не прав. Никто. Как всегда. Пешком. А мы что, поедем или пешком пойдем? Можем пойти. Тут же рядом. Ну да. Хватит. Вот идет и жалуется на меня, жалуется. Девичник ей придумай, книгу ей сделай. Книгу пожеланий. Все ей не нравится. Надеюсь, давай я тебе дверь не собираюсь открывать. Я ее сама себе открыла. Между прочим, запиши себе. Мне жарко. Мне тоже жарко. Что, все, двинули? Я не досижиться. И тебе одной. Чуть шпар. Ой-ой-ой! Колхоз разворот. Вот все. Будем теперь. А как здесь теперь развернуться? Здесь можно. Ну блин, я сейчас впишусь в него же. Смотри. Это он неправильно встал. Да не говори. Вот сейчас я стопудово вот так сделаю. А ты прямо туда едь. Там можно? А там что? Не знаю. Как думаешь, куда мы выйдем? На Дидара улицу, наверное, сейчас такие Дидара встретили. Привет, любимый, я ему скажу. Нет, она такая наглая, да? Смотрите, куда она встала. Во двор прям. Нормально, да? На детской площадке. Детская площадка. Бедные дети, им теперь играть негде. Ты враг детей. Я с тобой больше не дружу. Мы идем в Набоков. Да. Хороший место. Тут красивый вид на горы. Хороший человек. Хорошее место, хорошие люди. А ты плохая, ты у детей детскую площадку украла. Пойдем в ПИП. Мы идем в ПИП. А потом... Да я горы снимаю. Нужна ты мне, как 100 китайцев. Я думаю, где написано «Staff only». Это туалет. Нет, это для нас. Нет, это туалет, стопудово. Только твои ноги. Весело. Сколько дымов? Да. Ненавижу колен. В очках фоткать я не буду. Да я не фоткаю, я видео снимаю. Пицца Мексика. После анатомии страсти так хотела пиццу страшно. Когда увидела, вспомнила. А ты вот так хорошо выглядишь? Да, спасибо. Заехала к Вике, к Виктории. Помните Викторию? Я здесь шла, когда скорее приехала. Возле МАБа. Тут так светло. Не люблю вот такие высотки, высокие. Они мне Астану напоминают.